Gora Chandra Balen. Jiv Jaga, Jiv Jaga. Gora Chandra Balen. Kota nidra jamaya pishachira kala Bajivavali ayase samsara vitare Buriyara hire tumi avidyara mare Tomare lite ami panu avatara Ami bina bandhara ke acheta mara Enesci asani maya nasi varavage Hare nama mamanta lato me mahe Bhakti vinada prabha charane bhariya Se Hari Nama Mantra Vaila Magiya Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Проснитесь, спящие души. Проснитесь, спящие души, взывает Господь Гауранга. Долго вы спали в объятиях ведьмы Майи. Вы пришли в этот мир со словами: «Мой Господь, я буду поклоняться Тебе». Но, забыв о своем обещании, погрязли в глубоком невежестве. Я не зашел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной друг, кроме меня? Я принес лекарство, которое способно развеять иллюзию, созданную Майей.
Молитесь же о том, чтобы получить эту Харинама Махамантру, и берите ее. Такур Бхактинода упал к лотосным стопам Господа Гауранги, моля дать ему святое имя, и получил эту Махамантру. Первая песня, часть первая есть там, да, на столике? А? Первая песня, часть первая, да? Jaya Radha Madhava Kunjali Hare Gopi Jana Palabha Giribharantare Gopi jana palama giribharantare Yashoda nandana rajachana dantana Yashoda nandana rajachana dantana Yamuna tira vanachare Yamuna tira vanachare Jaya jara marava Kunjabe hare Jaya Radha Madhava Kuncha Bihare Gopi Jana Vallabha Giribhara Dhabhe Yashoda nandana braja jana dantana Yamuna tira vanachare Jaya jara madhava kunjabihare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nithai kon hari bho, hari bho, hari bho, nithai kon hari bho. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Ah.
Прабхупад, 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 Джая Джая Прабхупад. Шриман Бхагаватам Ки Джай. Шри Джаганнат Баладев Субхадра Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Почитаем сегодня из первой песни Шримад Бхагаватам, глава 8. Кто знает, как называется 8 глава? Молитвы царицы Кунти. Ну, почитаем известный текст, 26. Джанмайшварья Шута Шибхир. Джанмайшварья Шута Шибхир. Эдхамана Мадапуман. Эдхамана Мадапуман. Найвархатья бидхатум вай. Найвархатья бидхатум вай. Твама кинчана гочарам. Твама кинчана гочарам. Джанмайшварья шута шибхир. Эдамана Мадапуман. Найвархатья бидхатум вай. Твама кинчана гочарам. Санскрит? Читал. Санскрит, санскрит читай. Джанмайшварья шута шибхир. Эдамана мадапуман. Найвархатья бидхатум вай. Вама кинчана гочарам. Джанмайшварья шута шибхир. Эдамана мадапуман. Найвархатья бидхатум вай. Твама кинчана гочарам. Чанмайшварья шута шибхи. Амана мадапуман. Найвархатья бидхатум вай. Твама кинчана гочарам. Майшварья шута шибхир. Эдамана мадапуман. Адья бидхатум вай. Кинчана гочарам. Еще кто-нибудь хочет?
Чанмайсварья Сута Сибхир. Ведамана Мадапуман. Найвархати Абидхатум Вай. Твам Акинчана Гочарам. Пословный перевод. Джанма, рождение, Айшварья, богатство, Шрута, образование, Шибхи, обладание красотой, Эдхамана, непрерывное возрастание, Мада, опьянение, Пуман, человека. Нам никогда. Ива когда-либо. Архати заслуживает. Абидхатум обращаться с чувством. Вай несомненно. Твам к тебе. Акинчана гочарам. Тому, кому легко приблизиться, материально неимущему человеку. О мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может искренне обратиться к Тебе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Преуспевать в материальном отношении значит родиться в аристократической семье, владеть большим богатством, иметь хорошее образование и привлекательную внешность. Материалисты помешаны на этих мирских богатствах. Это называется прогрессом материальной цивилизации. Но когда человек завладевает этими мирскими богатствами, его опьяняет обладание временной собственностью и охватывает ложная гордость. В итоге такие самодовольные материалисты не могут обратиться к Господу с неподдельной искренностью, произнося «О Говинда, о Кришна!». В шастрах говорится, что если грешник произнесет святое имя Господа хотя бы один раз, он избавится от такого количества грехов, какое он даже не в состоянии совершить. Такова сила святого имени Господа. В этих словах нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом, но важно качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, произнося святое имя. Что мы чувствуем. Беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа, но материально преуспевающий человек не способен произносить святое имя с той же искренностью. Самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но не способен делать это с должным чувством. Следовательно, четыре столпа материального прогресса. Первое – знатное происхождение, второе – богатство, третье – хорошее образование, четвертое – привлекательность и красота являются своего рода препятствиями на пути духовного прогресса. Материальная оболочка чистой духовной души – это ее внешнее проявление, так же как жар – внешний признак болезни в теле. Как правило, больного лечат, понижая, а не повышая температуру его тела. Иногда бывает, что духовно развитый человек становится нищим в материальном отношении. Это не должно обескураживать. Напротив, эта нищета, как и снижение температуры тела, хороший признак. Принципом жизни должно стать стремление понижать степень материального опьянения, которое вводит человека во все больше и большее заблуждение относительно цели его жизни. А люди, погрязшие в иллюзии, недостойны вступить Царство Бога. Джанмайшварья Шута Шибир Эддамана Мадапуман Найвархатья Бидату Майтвама Кинчана Гочарам. Мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса,
пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может искренне обратиться к тебе. Молитвы царицы Кунти. Намо Вишну Падая Кришна Вриштая Бутале Шримати Бхакти Веданта Свами Нитинамне Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатяде Шатарине Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвейта Гададхар Шивасари Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, здесь царица Кунти рассказывает о том, кто может искренне обратиться к Господу. Кто может искренне обратиться к Господу? Нищий. Человек, который не стремится к материальному богатству. Еще какие варианты? Ребенок. А? Тот, да, да, вот правильный ответ, тот, у кого нет больше надежды, никакой надежды, кроме Кришны. Если у вас есть надежда на кого-то другого, то зачем вам обращаться к Кришне? На всякий случай можно, конечно, обратиться, как в Индии у них. Если вы зайдете в дом какого-нибудь индуса, у них на алтаре на всякий случай все стоят, то есть, чтобы не ошибиться, а то вдруг кого-то обидишь, поэтому там и полубоги, и Сайбаба, там, и... Ну, все, то есть, на всякий случай всех ставят, а то вдруг обидится, если не поставят его на алтарь. Вот. То есть, у них много надежд. Поэтому очень сложно искренне обратиться к Кришне, если мы полагаемся на кого-то другого или на что-то другое, нам очень сложно искренне обратиться к Кришне. И здесь описываются четыре причины материального опьянения. Кто запомнил? Четыре причины материального опьянения. Первое – это джанма, да, аристократическое происхождение. То есть человек очень гордится тем, что он родился в какой-то знатной семье. Айшварья – это богатство. Человек очень гордится, если у него много дорогих вещей. Шрута. Высокое образование, да? Очень редко можно встретить людей с высоким образованием, которые интересуются религией, да? Они считают, что они и так все знают, зачем им Бог. И Шри. Шри – это красота, да? То есть человек очень гордится своей красотой. Зачем ему Бог, если все ему поклоняются, ему самому? То есть, если человек очень красивый, ему все поклоняются, и зачем ему Бог? То есть четыре причины материального опьянения, да, здесь мада называется, сумасшествие, безумие. Четыре причины, которые отвлекают человека от Бога. Человеку искренне сложно обратиться к Богу, когда он опьянен
какими-то материальными достояниями. Но если человек не считает что-либо принадлежащим себе, его называют акинчана, да? То есть ничто в этом материальном мире он не считает своим. Если у него что-то есть, он понимает, это милость Господа, он дал мне. Дал мне это для того, чтобы... Для чего он дал? Чтобы служить Господу. Если у нас что-то есть, это дается нам для того, чтобы мы это использовали в преданном служении. В яге, да. Предписанные обязанности должны совершаться как жертвоприношение Вишну. В противном случае они становятся причиной рабства в материальном мире. Это третья глава, да, Бхагавад-гиты. Все, что нам дается, оно дается, чтобы мы использовали это в служении Господу. Если мы что-то присваиваем себе и считаем, что это нам поможет, не Кришна нам поможет, а вот то, что у меня есть, это мне поможет. Нам сложно обратиться к Кришне, потому что мы считаем, что кто-то другой или что-то другое нам поможет. Поэтому люди, которые материально преуспевают, им сложно обратиться к Господу. Как правило, к Господу обращаются те, кто испытывает какую-то нужду. Они быстрее обращаются к Господу. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит о качестве повторения святых имен. Он говорит, что это играет важную роль. Как мы, с каким чувством произносим святое имя. Делаем мы это механически. То есть вот нам дали четки, да, мы повторяем. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Повторяем на четках святые имена. И какая цель у нас, когда мы берем четки, какая у нас цель? Есть у нас какая-то цель? Быстрее закончить, да? У кого-то вот, да, есть цель удовлетворить Кришну. У кого-то быстрее закончить, потому что очень много кругов, там бусин очень много. Но нужно быстрее закончить, потому что времени-то нету на повторение святых имен. Есть много других очень важных вещей. А тут пообещал на свою голову, да, 16 кругов повторять. Вот. Поэтому нужно как можно быстрее закончить. Такая цель ставится, да, перед началом повторения. Хорошая цель. Цель, да, бесполезная. Но очень часто мы ставим такую цель. Очень часто, когда мы берем четки, у нас такая цель — быстрее закончить. Потому что у нас много важных вещей, да, то есть много вещей, которых мы ценим, как вот здесь царица Кунти говорит: джанма, шварья, шрута, ши. То есть много вещей, мы их очень ценим. Поэтому у нас нету времени на повторение святых имен. Мы хотим как можно быстрее закончить.
потому что много важных, более важных вещей. Ну и очень часто это повторение, оно становится механическим. Сасваруп Дас Госвами, он часто в своих книгах обсуждает эту тему. И вот к нему обратилась Гвардхана Даси. Она родилась в семье преданных, ей 20 лет, и она вот спросила его, а что делать с джапой? Повторение кажется таким не очень привлекательным занятием. Ум считает, что ему особенно нечего делать во время повторения, поэтому можно параллельно заняться чем-то еще. Как добиться того, чтобы ум, активный по природе, удовлетворился такой спокойной деятельностью, как джапа? То есть она вроде бы не требует активного участия ума, да, джапа. Поэтому ум, он ищет себе другое занятие, что-нибудь поинтереснее. Слабым местом в этом вопросе является то, что спрашивающий полагает, что постиг всю глубину святого имени. Однако это не так. Этот вопрос можно переформулировать по-другому. Из Писаний мы знаем о ценности святого имени. Однако наш собственный опыт свидетельствует о том, что оно безжизненный предмет. В этот процесс невозможно вовлечь ум. Все слишком спокойно. Теперь становится понятно, в чем проблема. Когда чистый преданный произносит подлинное святое имя, его переполняют противоречивые чувства. Эти чувства уносят его, подобно океанским волнам. Когда Господь Чайтанья говорит о святом имени, кажется, что он находится в эпицентре сражения. Его словно разрывает на части. Когда Кришна оставил гопи одних в лесу, они повторяли его имена и плакали, они были более чем полностью заняты. Какое-то время мы можем убеждать себя в необходимости довольствоваться однообразной природой святого имени, однако не забывайте о том, что святое имя динамично. Оно включает в себя все уровни понимания, интеллект, эмоции, духовный уровень. Таким образом, повторяя джапу, мы просим Кришна, пожалуйста, раскрой нам смысл и природу твоего имени, формы. Итак, чтобы не стать жертвой слишком упрощенных представлений о святом имени, нам нужно также читать соответствующие места из шастр и обсуждать с другими преданными природу святого имени. То есть это наше самое важное служение, как сказал Шрила Прабхупада. В читании Чайтамрити он пишет, что из всех наставлений духовного учителя самое важное, какое наставление? Повторять, да, 16 кругов Хари Кришна Махамантры без оскорблений. Те, кто уже получили посвящение, они дали обет. То есть духовный учитель, когда дает посвящение, он берет обет. Какой обет? Повторять 16 кругов Хари Кришна Махамантры без оскорблений. Такой обет дается во время инициации. Подробно разбираются все 10 оскорблений, чтобы мы поняли, насколько это важно избегать их. Поэтому цель нашей жизни – это осуществить вот то обещание, которое мы дали духовному учителю, повторять святое имя, избегая 10 оскорблений, и затем повторять чистое святое имя, когда мы сможем очиститься. Нужны серьезные усилия.
То есть ум он очень активен, и если мы относимся к повторению святых имен как к механическому процессу, то он никогда в жизни не будет слушать повторение святых имен, будет искать какие-то другие занятия. Поэтому с самого утра, как только мы просыпаемся, мы можем напомнить себе, о чем нужно напомнить, когда мы просыпаемся. Ну, напомнить, во-первых, кто мы, потому что сон — это, как правило, для большинства людей это невежество. То есть мы забываем, кто мы, когда спим. Поэтому первое, что нужно сделать, когда мы просыпаемся, напомнить себе, кто я. То есть очень важно повторять святое имя с правильной самбандхой, да? Понимая, кто я, чем я сейчас занимаюсь. Потому что если я тело, то повторять святое имя очень трудно, если я отождествляю себя с телом. Поэтому в священных писаниях рекомендуется, когда мы просыпаемся, напомнить себе, кто я. Я душа, я не это временное тело, я Кришна, я твоя вечная, неотъемлемая частичка. То есть напомнить себе о том, кто я. Также рекомендуется омовение, да, совершать омовение. Прохладная вода, она очищает тонкое тело. Очищает тонкое тело, потому что оно загрязняется тоже во сне. Наполняется тамагуной. Рекомендуется его очистить. Нанести вайшнавские знаки, да, тоже напомнить еще раз себе, что это тело я буду использовать в служении Господу. Вознести молитвы. Возносим молитвы Мангаларати, да? Мангала значит благоприятная, да? Благоприятная арати. Мы поем благоприятные молитвы во время этого благоприятного арати. Поем молитвы духовному учителю, да? Гуру Аштака. Прославляем возвышенное положение духовного учителя, который является преемником милости Господа, который подобно облаку проливает эту милость на тех, кто хочет освободиться из океана рождения и смерти, который испытывает великий экстаз, воспевая в Санкиртане имена Кришны, который испытывает экстаз, раздавая прасад, памятуя об играх Радхи и Кришны и так далее. То есть там перечисляются различные качества духовного учителя, на которые мы можем медитировать, чтобы наше Мангаларати тоже не было механическим. Можем медитировать на смысл этих молитв. Потому что часто мы пропеваем Мангаларати, и даже у нас за эти 8 стихов даже одной мысли не всплывает, о чем мы пели. Преданный один тоже мне так письмо написал. А что делать? Вот, говорит, я пою Гуру Аштаку, говорит, но вспоминаю, что я ее пел после того, как уже пропел. То есть даже ни одной мысли не пробегает, что же я там пел. Ну, вот уже привык, пою каждое утро. То есть процесс очень механический становится. Механические молитвы поем, механически повторяем джапу. Потому что у нас есть другие прибежища, да, как здесь говорит царица Кунти. Мы опираемся не на те вещи, которые нужно опираться. Ищем опору
в различных вещах, которые не являются настоящей опорой. Поэтому Кришна вроде бы и не сильно нужен, потому что есть другие опоры, другое прибежище. По-настоящему Кришна нужен тому, кто видит, что в этом мире нету другого прибежища. Тогда он искренне начинает взывать к Господу. И поэтому Кришна периодически ставит нас в сложные ситуации. То есть была у нас какая-то опора, мы вот опирались на что-то, он берет и забирает. Забирает это, и опоры уже нету, и мы чувствуем неустойчивость. Нужно искать другую опору, и мы обращаемся к Кришне. Постепенно он все эти вот опоры, он все заберет, которые у нас есть. Если мы сами сразу не откажемся от них, не захотим вручить себя Господу, то он будет помогать нам, потому что он видит наши искренние усилия, что человек хочет предаться. Хочет предаться, но почему-то у него много других опор, да, то есть на которые он опирается. Нужно помочь. Поэтому вот он создает такие ситуации, в которых мы начинаем понимать, да, я должен вот предаться. Потому что когда все хорошо, да, есть много различных опор, нету стимула для того, чтобы предаться Кришне, чтобы искренне взывать к Нему. Все и так хорошо, просад по расписанию. Вот, каждый день по расписанию дают просад. Не дают, да? Некоторым не дают уже. Но многим дают по расписанию. Поэтому вроде все само собой разумеющимся. Вот приносят просад, вот накладывают. Вроде ничего даже для этого делать не нужно. Нет стимула предаваться Кришне. Поэтому периодически Кришна, он так встряхивает немножко. Дает возможность понять, что прибежище у нас, которое есть в материальном мире, очень ненадежное. То есть в любой момент все может рухнуть, да? Здесь у вас вот рядом уже посносили здания, вроде крепкие здания были, да? Хорошо так стояли, снесли. Точно так же вот все опоры, которые есть у нас в материальном мире, они очень ненадежны, они в какой-то момент рухнут. Все, что казалось нам очень надежным, в какой-то момент разрушится. Так устроен материальный мир. Все, что здесь есть, и все, что мы здесь видим, очень крепкое, такое надежное, оно в какой-то момент рушится. Ничего здесь не существует вечно. Поэтому преданный, он ищет прибежище в святом имени. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В святом имени в обществе вайшнавов находит себе служение в обществе вайшнавов. Ну и ищет возможность, как поделиться этим с другими. Тот, кто нашел прибежище в святом имени, видит, насколько оно надежное, что Господь никогда не подведет. Все остальные, они могут нас подвести. Любой, кому мы доверяли, на кого надеялись, они могут подвести в материальном мире. Все очень зыбкое. Но Кришна, он никогда не подводит. Это единственное надежное прибежище. И мы предаемся Кришне через воспевание святых имен, через санкиртану. Mm.
Поэтому те, кто серьезно относится к своей духовной жизни, они ищут возможность, как найти полное прибежище святым именем Санкиртане. В книгах Шрилы Прабхупады Шрила Прабхупада сказала, что эти книги будут указывать путь всему человечеству на ближайшие 10 тысяч лет. Кришна, он уполномачивает очень особых личностей, чтобы те указали путь человечеству, потому что люди не знают пути. Они ищут прибежище во временных вещах, поэтому постоянно разочарованы. И такие великие, величайшие святые, они вот указывают путь всему человечеству. Шрила Прабхупада сказал, что вот в ближайшие 10 тысяч лет эти книги будут руководством для всего человечества, будут указывать этот путь. Поэтому нам очень повезло. У нас есть доступ к этим книгам благодаря преданным, которые милостиво перевели их на русский язык. Я когда присоединился, еще ни одной большой книги не было на русском языке. Первую песнь Бхагаватам вот только-только начинали печатать, только-только появилась Бхагавад-гита, только-только появился источник вечного наслаждения. Все с огромной жадностью читали их. Это была мечта преданных, чтобы когда-то эти книги появились в свободном доступе. Потому что они печатались подпольно, не очень большими тиражами. В 80-е годы их очень сложно было получить. Одна книга, она переходила из рук в руки раз по 20. То есть один прочитывал, там уже очередь была, список, кто будет следующий читать. Сейчас у нас очередей нету. То есть книги все доступны. Нужно их читать для того, чтобы получить вдохновение на внимательное воспевание святых имен, чтобы сделать повторение своих святых имен своей главной ценностью в жизни. Чтобы, когда мы берем четки, у нас не было этой мысли, что нужно быстрее закончить. То есть при правильном воспевании какая мысль приходит? Больше и больше. Чтобы никогда не кончалось. Ну, когда воспевание механическое, конечно, хочется быстрее закончить, потому что вкуса-то никакого нет. Это как сухарь, да? Сухарь жуешь, но вкуса никакого. Долго сухари не будешь жевать, то есть надоедает быстро. Ну, один можно съесть, там два. А вот если водой не запиваешь, то быстро это все, уже сухое все во рту. Так и механическое повторение, это как сухарь. Жуешь, думаешь, ну быстрее бы закончить. Механическое повторение. Поэтому очень важно общаться с теми, кто с энтузиазмом повторяет святые имена, для кого святое имя представляет большую ценность, общаться с такими личностями, вместе с ними воспевать как можно больше. Вот как сейчас было Кадыши, преданные всю ночь воспевали. Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы мы воспевали святые имена как можно больше. Ну и выполняли служение
которая позволила бы другим людям тоже узнать об этом нектаре, об этом блаженстве воспевания святых имен. Делиться этим с другими. Можно какие-то вопросы, да, обсудить. Харе Кришна, дорогие преданные, задавайте, пожалуйста, свои вопросы в микрофон. Харе Кришна Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. А скажите, пожалуйста, мы учимся полагаться на Кришну и на общество преданных, которое олицетворяет Кришну. Но иногда, бывает, что преданные тебя подводят, в каких-то проектах, например. Mm-hmm. Что хочет Кришна и как к этому относиться тогда? Что делать, да, когда преданные подводят? У нас у всех есть ограничения, то есть мы не должны возводить преданных на такой очень-очень высокий пьедестал, и потом, когда они не оправдывают наших идеалов, потом их это в грязь, да, опускать. Должны понимать, что у каждого из нас в Кали-Югу огромное количество недостатков. Астикхека Махадгуна, да, говорится. То есть Кали-Юга – это океан порока. То есть смотришь вот на любого человека и видишь миллион недостатков. То есть очень легко в каждом человеке, вот на которого посмотришь, вот, легко увидеть недостатки. Потому что Кали-Юга. Кали-Юга. Но мы учимся сотрудничать на основе тех хороших качеств, которые у нас есть. Их тоже можно увидеть. Не так просто их увидеть. То есть нужно хорошо присмотреться, чтобы увидеть хорошие качества. То есть Кали-Юга. Кали-Юга – море недостатков. Научиться находить хорошие качества и пытаться вот на основе этих хороших качеств сотрудничать. Потому что хорошие качества тоже у каждого есть. Несмотря на все недостатки, хорошие качества есть у каждого. И те преданные, которые видят эти хорошие качества и могут их разжечь, да, то есть им легко сотрудничать с другими, то есть они находят это хорошее своим взаимодействием, вдохновляют человека проявить эти хорошие качества. То есть мы этому должны учиться. Шрила Прабхупада был идеалом в этом отношении, то есть он в людях, которые не следовали никаким принципам человеческой жизни, он нашел какие-то хорошие качества. Они отвергли все регулирующие принципы того общества, в котором они родились, да, это называлось движение хиппи, да, или то есть контркультура называлась, хотя культуры там никакой не было. Называлась контркультура. То есть контркультура заключалась в том, что они отвергли вообще любые регулирующие принципы, которые были в обществе. То есть им казалось это вообще зачем следовать каким-то ограничениям. Шрила Прабхупада пришел к этим людям, дал им святое имя и вдохновил их так, что они стали следовать четырем регулирующим принципам, которые вообще невероятно для современного человека, да. Вот. Когда этому лорду Зетланду, да, Бон Махарадж сказал, да, что вы должны отказаться там от мяса, от незаконного секса, от разных игр, интоксикаций. Тот его спросил, а можете меня браманом сделать? Он сказал, без проблем. Вот нужно только от этих четырех вещей отказаться. И лорд Зетланд воскликнул, это невозможно, это наша жизнь. И когда Бон Махарадж потом вернулся обратно в Индию, он сказал, там, то есть некому проповедовать, то есть там нету людей, они просто даже не понимают, как жить по-человечески. То есть там
непонятно, вот как это может произойти. Только Шрила Прабхупада из-за того, что у него было глубочайшее сострадание, вот он людей, которые даже последние принципы, которые в обществе оставались, они отвергли эти принципы, создали так называемую контркультуру, он этих людей возвысил до уровня преданных, да? Каким должно быть сострадание. Было много людей, очень благостных, да, в то время в Америке, но Шрила Прабхупада, он обратился к тем людям, которые были очень далеки от гуны благости, и возвысил их. Благодаря тому, что они начали слушать его. Это очень важный принцип, да, слушать чистого преданного. Возвышает наше сознание. И постепенно вот наши хорошие качества какие-то начинают проявляться, и мы можем как-то сотрудничать между собой, да, когда у нас проявляются эти качества. Ложное эго уменьшается, потому что когда оно очень большое, оно вот сильно выпирает, да, вот идешь, у тебя вот такое ложное эго, и тебе навстречу идет такое же. И что происходит, когда мы встречаемся? Мы задеваем, да, своим ложным эго, его ложное эго. То есть очень сложно сотрудничать. То есть ему больно, тебе больно. Когда ложное эго поменьше, то есть уже полегче, то есть уже не задеваешь. Человек себя комфортно чувствует, то есть как бы нету этих острых углов, да, которые цепляют все время. Поэтому работать над собой, да, то есть мы свое ложное эго постепенно вот уменьшаем, то есть в какой-то момент мы сможем стать вот, ну, приобрести свой естественный размер, да, 1/10 кончика волоса. И если я 1/10 кончика волоса, то уже никого я задеть практически не могу, то есть очень сложно задеть кого-то. То есть человек в естественном состоянии, как душа, он со всеми фактически может общаться, сотрудничать. Но пока у нас есть ложное эго, у нас происходят вот эти вот столкновения, да. Что-то нам не нравится, ему что-то не нравится, и что-то не получается у нас, подводит нас, да, мы думали, он чистый, преданный, вот. А он, оказывается, никакой не чистый, преданный, очень грязный, преданный, подводит. И это будет происходить, то есть, очень часто, из-за того, что мы думаем, что вот, то уже Уттама Адхикари, да, оказывается, это не Уттама Адхикари, подводит. Вот. Поэтому мы должны понимать, что вот человек, да, у него еще ложное эго, у меня ложное эго, и будут какие-то недостатки. То есть человек будет что-то обещать и будет не выполнять это. Так устроено ложное эго. То есть мы любим иногда обещать гораздо больше, чем мы можем сделать. Поэтому нужно научиться не обещать больше, чем мы можем сделать, чтобы люди не возлагали на нас ложных надежд. То есть сказать, вот это вот обычно те пределы, в которых я могу действовать, но я попробую сделать чуть-чуть больше, то есть предамся. Предамся, чтобы люди не думали, что вот сейчас они на меня все взвалят, и я все это буду делать. То есть иногда человек, он настолько щедр, он берет на себя одно, второе, третье, и потом под этим грузом падает. И люди говорят, ну вот, не оправдал надежд. Мы-то надеялись, он все потянет. То есть нужно реально оценивать человека, вот что он может потянуть, то есть не пытаться на него взвалить в 5 раз больше, чем он может потянуть.
смотреть на его реальные возможности, ну и чуть-чуть больше, да, чтобы он мог предаться, чуть-чуть больше, чем он вот может в настоящее время. И человек тогда будет чувствовать уверенность в своих силах, и он будет брать больше. А если мы сразу на него взваливаем в два раза больше, чем он может, он падает под этим грузом, и он в следующий раз он вообще ничего не хочет делать, потому что он теряет веру в свои собственные силы, что он что-то может. Поэтому нужно научиться видеть, да, что человек может. Потому что люди иногда не могут отказаться, вот их просят преданные, они говорят, ну давайте, сделаю, и не делают, потому что это иногда выше их возможностей или по каким-то другим причинам. То есть нужно научиться уполномачивать людей и смотреть на их возможности, то есть сильно их не перегружать. Шрила Прабхупада был очень опытен в этом. Если он видел, что кто-то может сделать невозможное, он давал ему невозможное, как Тамал Кришна Госвами, да, он ему давал невозможные задачи. То есть никто не смог купить землю в Майяпуре. Много людей Шрила Прабхупада туда посылал, там, не знаю, год или сколько это продолжалось. Все уже поняли, что это невозможно, и тогда он сказал, все, Тамал Кришна Махарадж, ты едешь в Майяпур и не возвращайся, пока у тебя не будет документов на землю. То есть Шрила Прабхупада знал, что он может сделать невозможное. И он ему давал невозможные задачи. И он делал невозможное. Но кому-то другому, если вы такую задачу зададите, он может вообще действительно не вернуться. Поэтому нужно, да, научиться видеть, что человек может сделать, ну, чуть-чуть больше ему давать, да, чтобы он предался. Не пытаться сразу все на него взвалить. Пожалуйста. Хари Кришна. Вот, в одной из, на одном из выступлений Парджани Махарадж Прабу благодарил советскую власть в том ключе, что он говорил, что чем больше они запрещали нам сознание Кришны, тем больше мы хотели, угу, ну, тем больше мы хотели оказаться в сознании Кришны. И вы сейчас рассказали, вот как вы, когда вы присоединились, была только одна книга, и я могу себе только представить, какой, ну, как, с каким интересом, да, ну, с каким воодушевлением вы ждали эти новые книги, как, с каким вниманием вы их читали. И вот сейчас, ну, когда я вот присоединился, уже все книги, да, практически переведены, все напечатаны, их, ну, просто вагоны этих книг. И, ну, нет этого воодушевления, нет. Ну, то есть я обусловлен этим, да, я не ценю всего того, что есть. И сейчас вот выходит вот закон, да, вот, ну, общество сейчас взволновано вот новыми каким-то пакетом законов, который может, ну, ограничить нашу проповедь. И вы упоминали сейчас в лекции как раз о том, что когда мы обуславливаемся, Кришна дает вот эту встряску, да, чтобы мы что-то начали ценить. Вот как правильно к этому отнестись, как правильно вот Бхактинанда Кришна Госвами Махарадж просит нас молиться каждое утро божествам, да, чтобы как-то в связи с этим законом. Почему вот правильно молиться? Потому что, ну, я понимаю, что я обусловлен, что Кришна дает встряску. Как вынести этот урок? О чем просить Господа в этой ситуации? И ну, еще хотел бы попросить вас поделиться, ну, опытом, как правильно изучать книги Шрилы Прабхупады, как это сделать частью своей садны такой настоящей. Спасибо. Да, вначале преданные очень ценили книги. Их невозможно было раздобыть, то есть люди одну книгу перечитывали много раз. И каждая книга, которая выходила, это было как праздник был. Все сразу набрасывались, читали. Сейчас все книги есть, но мы не ценим, да? Кто прочитал вот
все вот 40 томов, да, книг Шрилы Прабхупады, которые вышли на русский язык, кто все прочитал по одному разу хотя бы. Два человека, да? Ну, я имею в виду, может быть, без 12-й песни, да? Прочитали остальные книги? Остальные прочитали, да, вот третий человек. У меня есть друг, который уже 10 раз перечитал вот все 40 томов. Он как только заканчивает все книги читать, он начинает заново сначала. Обычно где-то у него 2 года уходит, чтобы перечитать все 40 томов. Он читает по 40 страниц в день. Он уже подсчитал, сколько нужно, чтобы за 2 года перечитать все книги. 40 страниц нужно каждый день читать. Вот. Сложно прочитать 40 страниц в день. Что-то очень неуверенные такие звуки. А? 40 страниц — это полтора, да, часа где-то в среднем. Ну, от вашей скорости зависит, потому что кто-то за час читает 40 страниц. Кому-то нужно полтора часа, кому-то 2 часа. Вслух, кому-то сказали вслух читать. Вот. То есть, если вы будете 40 страниц в день читать, то за 2 года вы прочитаете все книги Шрилы Прабхупады один раз. Вот он за 20 лет он прочитал 10 раз все книги Шрилы Прабхупады, каждую книгу по 10 раз. Книги очень глубокие, то есть просто один раз пролистать их мы мало что сможем усвоить, особенно применить в своей жизни, поэтому нужно перечитывать снова, снова и снова эти книги перечитывать. И как их читать? То есть можно себе какую-то норму сделать, минимальную норму, там, например, 10 страниц минимум в день. Вам тогда 8 лет понадобится, чтобы все книги Шрилы Прабхупады по одному разу прочитать. Если вы каждый день будете 10 страниц читать. 10 страниц в день сложно читать? Что там? Не очень уверен. Отвыкли, да, читать книги. Ну, с чего-то можете начать, да, какую-то норму для себя установить. Одну страницу в день. Минимум. Минимум. То есть с чего-то нужно начать. С чего-то нужно начать. Если вообще ничего не входит в голову, можно один текст, комментарий, ну, 5 раз перечитывать, то есть пока что-то начинает доходить. Вот, если так сложно уж совсем, если ум вообще где-то в другой сфере, то можно перечитывать несколько раз. То есть первый раз, может быть, у вас... Там первую книгу вам много времени потребуется, чтобы прочитать. Но если вы будете упорно читать, пытаясь вникнуть в смысл, то вторая книга уже быстрее пойдет, третья еще быстрее, четвертая еще быстрее. То есть вам легче будет читать. Я, например, первую книгу вообще целый год читал Бхагавад-гиту. То есть очень сложно мне давалось. Первую главу я 2 или 3 месяца читал. То есть как-то у меня к философской литературе вообще никакого не было привычки. Я любил читать там детективы, романы, исторические романы и так далее, фантастику. А философская литература — это для меня было вообще что-то очень странное. Я уже жил в храме 2 месяца, но прочитал только первую главу Бхагавад-гиты. Очень сложно было. Но поскольку я каждое утро слушал лекцию по Бхагаватам, каждый вечер слушал лекцию по Бхагавад-гите, то постепенно что-то начало проникать. Ну и каждый день я распространял книги. Что-то начало проникать, постепенно откладываться в сознании. Потом очень быстро пошло чтение. Я быстро прочитал все, что было на русском языке. И поскольку книги печатались очень медленно, то пришлось все остальное читать по-английски. То есть весь Шримад-Бхагаватам, всю Чайтанья-чаритамриту пришлось перечитывать
по-английски, потому что ждать, пока все это напечатают, я думал, вообще никогда их не напечатают. С такой скоростью шло издать их книги. Было такое впечатление, что этого никогда не произойдет. Но сейчас все есть. Вот, все есть. Можно читать. Какую-то норму для себя сделать, если мы хотим по-настоящему вникнуть в суть этих книг, мы должны их перечитать. И затем заново начать читать, то есть не останавливаться. 1, 2, 3, 4, 5, 10 раз перечитать все книги. С каждым разом это будет все вкуснее. Чтение книг. Уже будет вкус появляться. Если мы будем это делать регулярно, стабильно, то будет появляться вкус, и уже не нужно будет себя заставлять читать одну страницу в день. То есть человек, который получил вкус, он может читать часами. На Сахалине мы были вот осенью, распространяли там книги на Сахалине, и мне про одного преданного рассказали. Он пенсионер, живет один в этом городе, недалеко от Южно-Сахалинска, есть большой порт, называется Холмск. Большой такой портовый город, и он один на весь город, вот преданный. И он часов по 6-7 в день читает книги Шрилы Прабхупады, вечером берет караталы, выходит на улицу и идет по улицам, поет Хари Кришна. После 6 часов чтения книг у него очень большой энтузиазм. И это он делает каждый день. 6 часов читает книги и потом с караталами вперед. Весь город уже о нем знает. Так что попробуйте читать книги. Это не так сложно. Вначале, может быть, будет сложно с непривычки. Если вы не читали философскую литературу, то это будет сложно. Мне было очень сложно. Я никогда в жизни не думал, что буду читать философские книги. Не было такой мечты. Но поскольку присоединился к преданным, жил в храме, то пришлось вот читать. Потому что еще и распространял их. Люди спрашивали, о чем книги. Ну, приходилось им говорить, ну, сами почитаете. Ну и потом возникла мысль все-таки, о чем же книги, да? Нужно хоть почитать, то люди спрашивают. Вот. Вот поэтому также полезно выходить на санкиртану, да? То есть появится стимул. Люди будут вам задавать вопросы, и вы поймете, что вы многих вещей еще не понимаете. То есть вы будете пытаться людям объяснять, и можете обнаружить, что вы сами еще многих вещей не понимаете. Появится стимул для того, чтобы читать книги. Когда мы начинаем другим рассказывать, мы начинаем понимать, что я еще многих вещей не понимаю. Вот. Поэтому вот выходит этот закон, да. Будет много времени для чтения книг. Те, кто еще не прочитал ни разу, как раз можно воспользоваться возможностью прочитать один раз. Вот. На этом не останавливаться, потом второй раз прочитать. Потом третий. Вот. Поэтому хороший закон, да. Чтобы все прочитали книги Шрилы Прабхупады. Будет время подумать на, и сосредоточиться на внимательном воспевании святых имен. В 80-е годы у преданных не было другого прибежища. Они собирались иногда в лесу, в сильный мороз, зажигали костер и по 10-12 часов пели святые имена. Такой был энтузиазм, потому что никакого другого прибежища не было.
только святое имя. Их сильно не волновало, что там мороз, костер разожгли, все нормально. Стояли вокруг костра и пели по 10-12 часов. И в 87-м году, как только их начали выпускать из тюрем, был первый такой, ну не первый, скорее всего, но большой был фестиваль российско-индийской дружбы. Он из города в город переезжал, и преданные приходили и пели на этом фестивале. Полиция их не трогала. Милиция. Хотя это было что-то из ряда вон выходящее для советских времен. Но они выходили, пели. После испытания им уже ничего не страшно было. Вот. После тех испытаний, которые они прошли, они просто пели. И Кришна дал возможность, выйти открыто на улицы. Вначале это еще как-то все осторожно делалось, потому что, как рассказывал его милость Прабхавишну Прабуда, когда они первый раз вышли на Харинаму в 87-м году, возле Казанского собора в Петербурге вышло около 200 преданных на Харинаму. Там приехало 40 машин полиции, милиции. То есть те не знали, что ожидать. 200 человек таких странных поют, что дальше будет. Ну, попели, разошлись, и милиция тоже разъехалась. Я тоже помню, в 90-м году, когда мы по Новому Арбату шли с Харинамой, было, я не помню, сколько человек, может, 100-150, Ниранджана Махарадж вел киртан. Я машины не считал, сколько там было, но очень много было машин полиции, они все ехали вдоль Нового Арбата за нами. Вот. И, то есть они все были полные, эти машины, не пустые машины ехали, полные машины ехали так и посматривали на нас. То есть так непонятно было, чего ожидать, но прошли Новый Арбат, попели, разошлись. То есть Господь дал такую возможность, потом постепенно преданные смогли все открыто делать. Но поскольку в материальном мире все не вечно, вот, такая возможность оказалась тоже не вечной. То есть будут какие-то ограничения. Ну, Кришна, если мы будем серьезно продолжать духовную практику и сделаем святое имя своим единственным прибежищем, то Господь даст нам самые замечательные возможности, о которых мы сейчас даже мечтать не можем. Даст нам удивительные возможности. Да. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой относительно книг. Ну, нам известно, что чтобы постичь истину, у нас должно быть какое-то служение практичное, преданное служение. Вот. Но также, чтобы у нас был энтузиазм в нем, надо как-то с книгами соприкасаться. Вот. И бывает в сознании противоречия. Либо упор делается большой в практическое преданное служение, либо наоборот пытаешься в книге. Ну и в общем, как это гармонично, чтобы существовало, как организовать? Такой вопрос. Это нужно делать под руководством преданных. То есть у нас должно быть время для того, чтобы повторять 16 кругов. Обычно это занимает 1,5-2, 2,5 часа, по-разному у преданных. Вот, у нас должно быть время для повторения минимум 16 кругов. Должны в своем этом 24 часах вот найти это время, чтобы было это время. Если его нету, то попросить, да, старших преданных, чтобы помогли найти это время. Где же это время? Также нужен час обычно нужен для чтения книг Шрилы Прабхупады.
потому что у вас здесь проводятся регулярные лекции по Бхагаватам, да, то есть вы утром слушаете лекцию по Бхагаватам. И плюс к этому еще можно час читать книги Шрилы Прабхупады и заниматься в течение дня практическим преданным служением, то есть задействовать свое тело в преданном служении, чтобы оно активно служило, вовлекать все свои чувства. Иногда, если духовный учитель дает такое указание, то преданные, у них акценты могут смещаться, как, например, его святейшество Тамала Кришна Госвами, ему всегда давали невозможные задачи, Шрила Прабхупада давал, он дал ему задачу зарегистрировать землю под бомбейский храм. Это была практически невозможная задача, да. Землю все-таки зарегистрировали, но не выдавали разрешения на строительство храма. Практически в какой-то момент казалось, что и никогда его не выдадут, это разрешение. Но Шрила Прабхупада ему дал указание: ты должен изучить все законы Бомбея, все судопроизводство, там вот такие тома были. Вот, и должен получить разрешение на строительство храма. И он в какой-то момент пришел жаловаться Шриле Прабхупаде: Шриле Прабхупаде, я уже ни о чем не могу думать. Я постоянно думаю, вот здесь такое был суд, вот такое решение принято, здесь вот такой суд был, вот такое решение было принято. Говорит: Шриле Прабхупаде, я вообще ни о чем больше не могу думать. Ни о Кришне, ни о чем. И Шриле Прабхупада сказал: это вот твои мысли о Кришне. Ты должен изучить все эти законы и должен получить разрешение на строительство храма. И вот он сидел, вот такие вот толстые тома, их он их от корки до корки изучал, все эти тома, чтобы понять, как же вот выиграть это дело, чтобы получить разрешение на строительство храма. С утра до вечера он сидел, вот это у него было изучение шастр, повторение джапы, практическое преданное служение. Он целыми днями сидел вот с этими томами. Ну и в конце концов получили разрешение на строительство бомбейского храма. Сейчас один из самых больших храмов, десятки тысяч людей каждый день посещают этот храм. Хотя преданные не могли понять, зачем Шрила Прабхупада хочет в этом месте строить храм. Это было много километров от города, был какой-то пустырь, он заброшенный, и рыбацкая деревня вокруг. Преданные спрашивают: Шрила Прабхупада, зачем вам эта земля? Сейчас это один из самых фешенебельных районов. Десятки тысяч людей приходят на даршан к божествам. Во время праздников там приходится полиции выстраивать живую очередь, потому что приходит 500 тысяч человек приходит получить даршан на Джанмаштами. То есть Шрила Прабхупада, он знал, для чего он хочет в этом месте построить храм. Вот. И он давал соответствующее служение вот преданным, то есть духовный учитель иногда может давать какие-то другие акценты в нашем преданном служении, но есть общая установка, да, то есть должно быть время для 16 кругов, должно быть время для чтения книг, и остальное время мы можем использовать для практического преданного служения. То есть у нас должны оставаться силы еще для того, чтобы почитать книгу, не заснув, да? Вот. Потому что если мы полностью выложились, то мы открываем книгу и, как правило, засыпаем, да? То есть чуть-чуть должно силы оставаться, чтобы час почитать, да? Еще какие-то вопросы? Все понятно, да? Хари Кришна, спасибо вам за лекцию. Вопрос по тексту, где говорится, что достояния, такие как там хорошее рождение, богатство, внешность, да, хорошая, ну и так далее, они препятствуют развитию каких-то
ну, устремлений, в преданном служении в частности. А Шрила Прабхупада, он упоминает в лекциях и в книгах также написано, что мы можем обрести хорошее рождение, ну, зарабатывая какое-то благочестие, там, сукрити это или пуни, как угодно. Но получается, по логике, я там сделал все нормально и родился нормально, а получается, буду деградировать. Ну, то есть у меня как бы, ну, тяжелее будет идти. Можете, пожалуйста, как-то это, ну, прокомментировать? То есть... Ну, имеется в виду материальное благочестие. То есть материальное благочестие, оно вот приводит к высокому рождению. То есть человек может в очень знатной семье родиться, может получить богатство, красоту. И что еще он может получить? Джанма Айшвария Шрута. И высокое образование, да, у него могут быть большие степени. Все это заставляет его гордиться. То есть, если он непреданный, когда непреданный получает богатство, он гордится. Если он очень красивый, он гордится. Если он очень ученый, он гордится. Как он будет думать о Боге? Очень сложно. Сколько у нас королев красоты в нашем движении? Немного. Вот, потому что, когда становится королевой красоты, зачем ей Кришна? Вот. Сколько у нас академиков в нашем движении? Если ты академик, зачем тебе Кришна? Сколько у нас миллиардеров в нашем движении? Зачем Кришна, если у тебя миллиард есть? Да? То есть сильная привязанность, гордость. И человек не может думать о Кришне. Но если мы становимся преданными, мы можем занять все, что у нас есть в служении Кришне. Можем занять наши богатства в служении Кришне. Можем занять красоту в служении Кришне. Можем занять ученость в служении Кришне. То есть все, что у нас есть, мы можем это занять в служении Кришне. Если оно не будет занято в служении Кришне, оно будет мешать нам думать о Кришне. Хари Кришна, спасибо. Ну и, наверное, напоследок еще историю Санкиртаны, да, прочитаем. Из книги «Сокровища Брихат Мриданги». Глава называется «Экстаз на Санкиртане». Это было в городе Тессалоники. Это второй по величине город в Греции. Тара Прабу из Америки в великом блаженстве плавал по улицам города. Очень трудно описать то блаженство, которое человек... Очень сложно описать это блаженство тому, кто не выходил на распространение книг. Это особый экстаз, который приходит очень естественно в результате этого особого жертвоприношения. Происходят удивительные вещи. И в этот особый день по улицам шел радостный местный житель и встретился с нашим героем. И что же бывает, когда человек находится в великом экстазе? Он громко взывал к святому имени Господа. Но по-гречески это звучало приблизительно как «извините, можно к вам обратиться». И так и произошло. Этот прохожий по имени Василис, увидев такого экстатичного преданного, он тоже поднял руки, закричал «Привет!»
и подошел поближе к Таре, пожал его руку и несколько мгновений уставившись смотрел на него, чтобы понять, видел ли он когда-нибудь его до этого. «Я что, знаю тебя?» – спросил он. И Тара ему ответил: «Что ты имеешь в виду, знаю ли я тебя? Я же твой дядя Люи из прошлой жизни». У Тары у него знаменитый итальянский акцент нью-йоркского происхождения, который он использует в вечном служении Господу. Тут Василий начал припоминать: «О, да, о, дядя Люи. Очень удивительно, как милостивый преданный может рассеять туман иллюзии и пробудить вечность души». В этот момент Тара под псевдонимом дядя Люи вдохновил воспоминания о предыдущей жизни у этого человека. «О! Мы же с тобой вместе были в прошлой жизни. Ты что, не помнишь Италию?» – спросил Тара. «Да, должно быть, поэтому я люблю спагетти в этой жизни», – сказал Василис. «Ну, конечно! Ты что, не помнишь? Мы были партнерами в уголовных делах». Василис начал припоминать. «Да, это, похоже, имеет смысл, когда впервые вышел фильм «Godfather» на DVD. Я сразу же побежал в магазин купить его. И теперь я встречаю тебя, и теперь я могу понять, почему у меня такая привязанность ко всему итальянскому. Конечно же, это было в наши старые дни, дядя Люи. И чем же ты занимаешься в этой жизни?» – спросил Люи. «Ну, много вещей я делаю. Я писатель. А ты чем занимаешься?» «Ну, сказать по правде, я монах, вот жил в Индии много лет. Обучаю восточной философии, медитации. А теперь приехал, чтобы встретиться с тобой и поделиться с тобой этими книгами». «Вот это да!» – воскликнул Василис. «Я уже много религиозных книг прочитал из разных традиций». И он полез в карман и сделал пожертвование. «Не каждый же день встречаешь дядю Люи, то есть не каждую же жизнь встречаешь дядю Люи. Было здорово снова встретиться с тобой», – воскликнул он на прощание. И тут Тара подошел к следующему человеку. Это была женщина из Македонии. Протянул ей книгу. И в это время подходит ее подруга по имени Мария. И Тара смотрит на нее и говорит: «Привет! А ты как здесь оказалась? Наконец-то ты пришла за книгой!» Подружка очень удивленно спрашивает: «А ты что, знаешь меня?» Он смотрит на нее и говорит: «Мария?» Очень удачное было предположение. «Да, меня зовут Мария. Откуда ты знаешь?» «Что ты имеешь в виду, откуда я тебя знаю? Ты что, не помнишь меня?» «Нет». «Ну ладно, это не важно. Даже если ты забыла, важно взять книгу». Мария опять спрашивает: «Откуда же мы знаем друг друга?» «Да ты что?» – говорит. «Я был твоим дядей Люи в твоей прошлой жизни. Ты что, не помнишь меня? Что с тобой случилось? Ладно, держи книгу. Мы просим небольшое пожертвование всего-навсего». Обе женщины взяли по книге с улыбками на лицах. Мария на прощание сказала: «Ну, ты меня напугал». И это был тот же самый дядя Люи, который в Лос-Анджелесском аэропорту со своей старой сумкой книг
подходил к прохожим. То есть есть разные методы распространения книг. Не все пользуются стандартными методами. То есть есть стандартные методы, да, когда мы просто подходим к людям, показываем книги. Есть более методы, которые задействуют тонкое тело человека очень активно. Поэтому мы вам тоже предложим книги. Вот есть один комплект, который выкупленный, вы можете взять его за свободное пожертвование. И есть вот книги, которые можно взять по определенной цене. Да, эти книги мы будем дарить, вот, кто первый раз пришел. Будем дарить их.